Из года в год ширится женское предпринимательство. Одно из развитых его направлений – швейный бизнес. Айнура Успанова около 20 лет занимается швейным делом. Сегодня у нее собственный швейный центр. Бизнес-леди обеспечивает работой 20 мастериц. Здесь шьют шторы, приданные, изготавливают предметы для проведения национальных обрядов. Каждый хочет, чтобы дома было красиво. И в этом плане особое место занимают шторы. Кроме занавесок, мы также изготавливаем тойтабак, тахья, приданы и многое другое. Айнур с детства увлекается шитьем. Этот дар в ней от Нагашаже. В перспективе мастерица планирует открыть филиалы своего швейного центра. Моя Нагаша Аже была швеей. Она меня научила этому искусству. С подругой вместе начинали. Очень люблю свое дело. Нравится дарить людям красоту.